значит, готовы погрузиться в мир красоты, эстетики, грации и танца. Прекрасный мир Аваланж. Если кто не знает, но вдруг. Аваланж – это самая красивая белая роза. Крупный бутон, восхитительный аромат и нежные лепестки. Такие же нежные, как наши танцовщицы-гимнастки. Многие из этих юных леди сегодня впервые на такой большой сцене. И я очень вас прошу поддерживать их аплодисментами. Итак, мы начинаем. Почему ты не спишь? Пора спать. Ты опять взяла мою шкатулку. Мама, в ней такая красивая роза. Это роза Аваланж. Самый красивый, нежный, хрупкий и в то же время сильный цветок. Аваланж, откуда эта роза у тебя? Это длинная история. Уже поздно и пора спать. Ну расскажи, пожалуйста. Жила-была одна маленькая девочка. Один раз, гуляя с мамой, она увидела прекрасных танцовщиц. Они были одеты в красивые белые платья, которые нежно колыхались при каждом движении. Девушки танцевали на цыпочках, едва касаясь земли. Казалось, что они парят в воздухе. «Кто эти богини?» – спросила дочь у мамы. «Это лепестки прекрасной розы Аваланж». «Я тоже хочу так танцевать», – сказала маленькая девочка. Мама ответила, «Это очень непросто, это тяжелый труд. Готова ли ты к этому?» «Да», – ответила девочка. На следующий день мама отвела свою дочку в замок к Аваланж. «Ой, как поздно, тебе пора спать». Thank you.
однажды на рассвете я в сад попал и услыхал, как розы меж собой шептались, и их мне тайны раскрывались. Здесь красота рождает красоту, в которой нет покоя, и сердце вновь стремится в высоту. И сказала ты, без тебя не можу спати, и місяць по кімнаті розкинувся ти. А очі тобі зображу, і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настільних картин. Приймай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно.
волнует, заставляет радоваться или грустить. Море бесконечно. Это то безмятежная гладь, то ярый шторм. Море манит людей своей магической красотой и загадочным величием. Море — это вечное движение, любовь, вечная жизнь. Но главное — море зовет. Во всем и всегда что-то хорошее.
Заводить друзей на раз, два, три способны только дети. В детстве все легко и просто, и пусть это детство будет счастливым. А на сцене младшая группа «Аваланж». Если в сердце чужом не найду ответа, неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо жить на белом свете, если вдруг грянет гром в середине лета. Неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. В окно хмурится природа. Тут известно давно, нет плохой погоды. Все желтеет кругом и уходит лето. Неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. Показать можно все, что на сердце сокрыто. Танец есть дело особый язык.
вы увидите танец «Реквием». Вы слышали когда-нибудь, как дышит время? Суровое и властное, как вечность. Послушайте, почувствуйте, узнайте. Хочу вам их представить. Адаменко Елена Анатольевна, заместитель начальника госслужбы по культуре. Ольховик Ирина Анатольевна, вице-мэр государственной администрации Тирасполя и Днестровска. Кравчук Юрий Владимирович, депутат Бенгерского городского совета. Деревенко Татьяна Федоровна, заслуженный тренер ПМР, мастер спорта СССР по академической гребле, ветеран спорта, серебряный призер мира. Басил Виктория, президент Федерации современного танца в Молдове. Ануфриенко Светлана Львовна, председатель русской общины Дабри. На самом деле, пока я нахожусь за кулисами, я наблюдаю за девочками, как они волнуются. Некоторые малышки даже плачут и зовут мам. Это их первые шаги, они очень стараются. И я прошу вас еще раз поддержать их аплодисментами. С
прекрасная, я еще не закончила. И каждый номер, вызывает какое-то особое чувство и восторг души. По крайней мере, у меня. Все, я могу больше, по-моему, не тянуть время и ухожу за кулисы, наслаждаясь вместе с вами. Прекрасного далёка, у вас
это твой голос, твое сердцебиение, твое дыхание. Это ритм твоей жизни, это выражение во времени и движении, счастья, радости, грусти. Танцевать значит быть вне самого себя, больше, сильнее, красивее. В танце мощь, в танце величие земли. We'll be right back.
каждого, правда? У кого-то она серьезная, наивная, смешная, глупая, детская. Но их объединяет одно. Все они достижимы. Первые шаги. Они всегда самые трудные. Мы, как и все, начинаем с нуля. Первые попытки приблизиться к прекрасному. Первые успехи, первые эмоции, первые победы и поражения. Это выдерживают не все. Нет. Только самые сильные, стойкие, целеустремленные. Именно в этот момент ты начинаешь ставить перед собой серьезные цели. Начинаешь борьбу. В первую очередь борьбу с собой. Ты выходишь первый раз на ковер, насквозь пропитанный твоими трудами, стараниями, силами. Твои первые упражнения, пусть даже еще не смелые, неуверенные, немножко смешные, зато вокруг тебя восхищенные взгляды родителей, которые должны еще в самом детстве почувствовать твой талант и не настраивать только на победу. Они должны принимать и принимать каждую секунду, прожитую тобой годами эстетической гимнастики. В этом порой жестоком, несправедливом мире, но безусловно прекрасном. Совершенству.
понимаешь, что такое слезы, что это не просто вода. Это минутная слабость из тебя уходит, слезы счастья и горечь, слезы, казалось бы, стройных тренеров, сколько всего, правда? В этом есть что-то волшебное, что-то согревающее, то, что за сильной натурой приоткрывает нежность. У каждого свои талисманы, свои приметы, своя вера. Но самая главная вера – вера в саму себя, в команду. Ты становишься центром Вселенной, как только дотронешься кончиками пальцев до ковра, сцены. Как только началась музыка, каждое твое движение вновь и вновь – счастье. Ты начинаешь делиться этим своим счастьем, которого, кажется, хватит, чтобы обогнуть всю нашу удивительную и фантастическую планету, всю Землю, чтобы сделать мир чуточку лучше, прекраснее. Thank you.
Но он на сцене самые юные любители мамаши, наши малышки. Они раскрасят этот мир яркими красками. Встречаем аплодисментами поддержанных девочек. Thank you.
аваланж росли и взрослели. Они превращались в красивые, гибкие, воздушные розы. Но им все еще снились детские сны. Там они танцевали под нежные мелодии, едва касаясь земли, словно паря в воздухе, как прекрасная роза аваланж. Тебя любил, даже больше, чем ты красивый.
А я хочу пригласить на эту сцену Юрия Владимировича Кравчука, депутата городского совета народных депутатов города Бендеры. Уважаемая Анастасия Викторовна, уважаемые гости, уважаемые присутствующие. Я думаю, выражу сегодня общее мнение, если скажу, что сегодня было все очень классно и круто. Мы вам действительно подарили хорошее настроение. Сегодня мы создали праздник. Но этот праздник, наверное, просто так не бывает. Это все усилия большого труда, большой работы. И, наверное, самая главная заслуга ваша то, что вы воспитываете вот таких маленьких деток, что они к вам приходят маленькими несмышленными, а становятся вот большими профессионалами. За это вам большое спасибо. И за вашу работу, за то, что вы делаете от имени городского совета народных депутатов, от имени председателя городского совета, и от себя лично хочу вручить вам памятные грамоты и благодарственные письма вашим лучшим ученикам. Грамотой городского совета награждается команда «Аваланж» школы эстетической гимнастики и танца Анастасии Кравчуковой. Также благодарственными письмами награждается ученики школы, неоднократные победители международных соревнований и конкурсов, чемпионатов Молдовы и Приднестровской Молдавской Республики. Дочляна Юлия. Султанова Нева. Сарагруца Николь. Дымова Маргарита. Ткач Анастасия. Немножко было много цветов, много грамот, было немножко неудобно, но я хочу пожелать школе больших спортивных достижений, успехов, будем всегда учиться и бежать на только вперед. С праздником, который нам нужен. А я хочу передать слово основателю, главному тренеру школы эстетической гимнастики и танца «Аваланж» Анастасии Кравчуковой. Мы очень счастливы вновь стоять на этой сцене. Мы очень счастливы вам подарить и погрузить в наш мир цветов, в мир «Аваланж». Я хочу поблагодарить всех родителей, детей за их упорный труд, за терпение. Мне очень хочется поблагодарить моих девочек
тренеров, которые идут с самого начала со мной рука об руку, невзирая на препятствия, невзирая на удачу и успех, и наоборот стремимся еще больше к этому. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал организовывать это мероприятие. Спасибо вам огромное и спасибо зрителям, что пришли поддержать нас. Без вас...